Добрый день, дорогие друзья, уважаемые зрители нашего методического лектория. Я напоминаю, что мы продолжаем серию лекций в рамках фестиваля «История Малой Родины и История Отечества» от Российского исторического общества. Мы уже буквально на финишной прямой, всего несколько дней у нас осталось знакомства с опытом и инструментами работы в области краеведения от наших победителей Всероссийского конкурса краеведов. Сегодня мы с вами отправляемся в город-герой Севастополь, и наши лекторы, их сегодня у нас двое, подготовили для нас видеолекцию. К сожалению, технические возможности нам не позволяют общаться сейчас в онлайн-формате, но наши лекторы подготовили для нас отличный видеоматериал, с которым мы сейчас познакомимся. А пока я представлю наших лекторов, это Терешко Анжела Васильевна и Плескач Ирина Ивановна, учителя начальных классов средней общеобразовательной школы номер 20 города Севастополя. Не буду задерживать начало нашей сегодняшней лекции. Прошу, давайте посмотрим вместе нашу лекцию. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы – учителя начальных классов Севастопольской общеобразовательной школы номер 20. Терешко Анжела Васильевна, Плескач Ирина Ивановна. Мы рады представить вашему вниманию совместный опыт краеведческой работы, так как более 20 лет работаем в тесном творческом тандеме. Мы родились и выросли в Севастополе. Хорошо знаем его окрестности, где все так дорого и любимо. История нашего города способствует воспитанию патриота своей родины. Человек будет любить свой край, его историю, если будет знать его прошлое и настоящее. На протяжении многих лет мы развиваем у учащихся интерес и любовь к своему городу, его природе, особенностям, историко-культурному наследию. А начинаем мы эту любовь с привития любви к малой родине. Живем в удивительном месте. В курортном селе Андреевка, пригороде Севастополя. Наш край славится садоводством и виноградарством. В окрестностях Андреевки находится природный заповедный комплекс «Мыс Угу». Свою краеведческую работу мы строим в комплексе и ведем по нескольким взаимосвязанным направлениям. В первую очередь используем краеведческий материал в урочной деятельности на всех предметах. Но больше внимания работе с краеведческим материалом уделяется на уроках родного языка, литературного чтения на родном языке, окружающего мира, а также при изучении модуля «Основы православной культуры». Культурное наследие нашего региона богато огромным количеством блестящих литературных имен, что позволяет организовать плодотворную работу по литературному краеведению. С нашим краем связаны имена Пушкина, Бунина, Ахматовой, Толстого, Станюковича, Куприна, Черкашина и многих других. Нами была разработана программа по литературному чтению на родном языке, в которую включены известные и малоизвестные произведения только о Крыме и Севастополе. Яркие образные произведения о родной земле помогают ребенку не только получить в доступной форме информацию о прошлом Крыма и Севастополя, но и прикоснуться к сокровищнице народной мудрости и опыта, обычаев и традиций. Знакомство с жизнью и творчеством писателей в краеведческом аспекте помогает учащимся почувствовать своеобразие русской литературы, лучше понять художественную достоверность произведений, неповторимость писательского языка и художественных образов. Программа расширяет, углубляет знания учащихся по литературе, знакомит с новыми фактами из жизни и творчества русских писателей и поэтов. Изучение предмета происходит по четырем темам:
«Легенды Крыма. Дорогами мифов и преданий», «Прекрасны вы, бригад Авриды», «Крым глазами русских писателей», «Любимому городу посвящается». Более 20 лет во всех учебных заведениях нашего города огромное внимание уделяется курсу «Севастополеведение». В нашей школе с первого класса ребята знакомятся с этим курсом. Он охватывает изучение родного края с простых, близких каждому ребенку тем, до серьезных исторических. Здесь главная задача – задеть за живые струны детской души, дать им не только ценную информацию, а пробудить интерес к творческому саморазвитию. Цель изучения курса в начальной школе – развитие и воспитание личности младшего школьника, способного к определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта родного края как части России, осознающего ответственность за настоящее и будущее родной земли, способного активно действовать на ее благо. Одна из главных задач изучения курса – это ознакомление учащихся с яркими страницами истории родного города, его природно-географическими особенностями, созидательным опытом предыдущих поколений, дважды возрождавших Севастополь к жизни. В ходе освоения программы курса «Севастополеведение» у учащихся формируются первичные представления о наиболее ярких страницах истории родного города, деяниях его основателей, защитников, устроителей, исторических традициях города-героя, роли своей семьи в жизни региона, страны, понимание особенностей быта, культуры, обычаев этносов, проживающих в юго-западном Крыму. При изучении курса «Севастополеведение» используется концентрический принцип овладения материалом. Именно концентрическая структура предполагает возвращение к изучаемому материалу. Один и тот же вопрос рассматривается несколько раз в разных классах, причем его содержание постепенно расширяется, обогащается новыми сведениями, связями и зависимостями. Весь курс состоит из 4 разделов. Первый раздел «Я и мой город». В данном разделе рассматриваются темы «Я и моя семья», «Семейные реликвии», «Моя школа», «История создания своей школы», «Дата постройки», «Первый директор», «Наша малая родина», «Севастополь», «Деление города на районы и улицы», «Улицы микрорайона школы на карте города», «Исторические названия улиц», «Достопримечательности Севастополя», «Памятник затопленным кораблям», «Графская пристань», «Площадь Нахимова», «Приморский бульвар», «Любимые праздники горожан». Следующий раздел – начало истории Севастополя, его основания. Конечно же, рождение Севастополя связано с такими именами, как Александр Васильевич Суворов, его роль, Потемкин Григорий Александрович, Маккензи Фома Фомич, первый командующий Черноморским флотом Клокачев Федот Алексеевич, Ушаков Федор Федорович, командующий Черноморским флотом, славные дела Грейга Алексея Самуиловича, Лазаревская эпоха в истории города, Александр Иванович Казарский, подвиг брига Меркурий, Севастополь на карте Крыма, деление города на районы, бухты в севастопольском регионе, Балаклава, Инкерман, Байдарская долина, окрестности Севастополя, акватория моря, животно-растительный мир Черного моря. Следующий раздел третий – славный путь города, две обороны, возрождение. Это начало Крымской войны, руководители обороны, бастионы Севастополя и герои, участие мирных жителей в защите города, деятельность врачей и сестер милосердия, увековечение памяти героев обороны. 22 июня 1941 года, начало войны, первые жертвы, вторая оборона, подвиги защитников Севастополя, дети осажденного города, работа подземных школ. И четвертый раздел – современный Севастополь и его жители, где рассматриваются такие темы, как музеи и театры Севастополя, жители славного города. Для изучения курса в своей работе мы используем тетради «Мой любимый город Севастополь» и дневник севастопольского школьника, который ежегодно получает в подарок. Нами разработана программа краеведческого кружка «Вместе весело шагать». В рамках кружка проходят встречи с воинами-интернационалистами, с ветеранами Великой Отечественной войны, с военнослужащими Черноморского флота. Большое внимание уделяется экскурсиям, который пробуждает у детей желание расширять границы своих познаний. Помимо исторических мест и музеев города, мы с ребятами посещаем уникальные природные объекты нашего края. В 2017 году
Авторская творческая мастерская методическое обеспечение курса «Севастополеведение» в начальной школе руководитель Самойлова Ольга Тарьевна подарила городу увлекательный историко-краеведческий конкурс «Знай и люби свой город» по курсу «Севастополеведение» для учащихся 2-4 классов школ города Севастополя. Все задания конкурса объединены одной общей темой. Каждый год тема игры меняется. 235 лет Севастополю, Черное море мое, 75-летие Великой Победы. К участию в конкурсе приглашаются команды учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений города Севастополя. От одной школы может участвовать только одна команда. Команда состоит из 5 игроков одного класса или сборная команда от одной параллели. Команда должна иметь название, девиз, форму одежды, отличительные элементы одежды и эмблему. Возглавляет команду капитан, который отвечает за работу и поведение всей команды в ходе игры. Капитан получает маршрутный лист для путешествия по станциям. Игра начинается с общего построения на линейку, где каждая команда представляет свою визитку, соответствующую теме игры и названию команды. Для оценки визитки каждая команда сдает большую эмблему, на которой написано название команды, номер школы, девиз и речевка. Педагоги, готовящие команды, не участвуют в ходе игры, они находятся в зале, как зрители праздника. Для успешного участия в конкурсе участникам нужно знать, конечно же, в рамках программы курса «Севастополеведение», история развития города, значимые даты, личности, топонимику города, происхождение названий улиц и районов, старые названия улиц и объектов в разные исторические периоды, историю районов и улиц города, архитектурные и скульптурные памятники города. Станции. Первая станция – историческая, исторический калейдоскоп. Все задания составлены по материалам тетради «Мой любимый город Севастополь» и дневника севастопольского школьника. Команды в группе решают исторические ребусы, кроссворды, викторины. Следующая станция – поэтическая, «Ветер вдохновения». Один участник выразительно читает наизусть стихотворение, заранее подготовленное. Приветствуются стихи севастопольских поэтов или стихи собственного сочинения. Остальные члены команды выполняют задания станции, отгадывают загадки, соревнуются в игре наборщик, отвечают на вопросы викторины. Следующая станция – художественная. Продуктом проекта может стать изготовленная ребятам на станции красочная художественная открытка или экологический вестник, выполненный в любой технике – рисование, аппликация, коллаж. В конце работы капитан проводит защиту проекта. Четвертая станция – арт-мозаика, архитектурная. Конкурсанты собирают пазлы с изображением архитектурных сооружений или памятников города Севастополя, отвечают на вопросы викторины по теме пазла. И последняя – музыкальная станция, конкурс инсценированной песни. Команда исполняет самостоятельно один куплет и припев песни по теме игры. Приветствуется форма, инсценирование или видеосюжет, соответствующий выбранной теме. В 2018-2019 году Thank you.
Систематически занимаемся исследовательской работой, готовим проекты, которые потом представляем на городских конкурсах. В 2019 и 2020 году мы становились финалистами городского конкурса ученических проектов «Город будущего» для обучающихся 3-4 классов. Для конкурса мы с ребятами подготовили первый проект в 2019 году, который назывался «Если хочешь познать истину, начинай с азбуки». Цель данного проекта – это привлечь внимание учащихся к пониманию и осмыслению общего исторического прошлого славянских народов на примере просветительской деятельности братьев Кирилла и Мефодия, развивать познавательный интерес к историческим памятным местам родного города. В 2018 году, то есть накануне этого проекта, мы с учениками заинтересовались юбилейными датами нашего города. Одной из таких дат стало 14 июня 2008 года, то есть 10 лет с того момента, когда в Севастополе торжественно открыли памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. Почему в нашем городе установлен памятник Кириллу и Мефодию? За какие великие труды ученые-монахи? Братья были причислены к лику святых. Что сделано великими просветителями для основания и развития христианской культуры славянских народов? Вопросы эти очень актуальны для нашего времени. Мы считаем, что язык – это душа народа, его культура, его славные традиции и обычаи, его жизнь. Язык славянских народов одухотворен Духом Святым. Именно таким создавали его святые Кирилл и Мефодий. Поэтому в исследовании было необходимо показать на примере жизни и деятельности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, в чем заключается их личный подвиг, равный подвигу апостолов-учеников Христа. В ходе работы над проектом были использованы методы исследования, то есть сбор информации, анализ источников информации, обобщение полученных данных. Проектная работа осуществлялась в несколько этапов. До начала работы над проектом на занятиях внеурочной деятельности по Севастополеведению мы изучили тему Кирилла и Мефодия, посмотрели православный мультфильм «Святые равноапостольные Мефодий и Кирилл. Учителей славянские». В ходе обсуждения этой темы учащиеся задались вопросом, за какие великие труды ученые, монахи, братья были причислены к лику святых. Мы помогли ребятам составить план работы над проектом и оценить степень своей готовности к проектной деятельности. Создали рабочие группы, распределили функции участников. Далее перед нами стал вопрос, как оформить все наши идеи так, чтобы они стали единым целым. Было решено оформить свой творческий отчет в виде книги «Азбука мира и добра». На этапе исследовательской работы все ребята ответили на вопросы анкеты. Творческое задание было дифференцированным. Нужно было написать сочинение, нужна ли людям письменность, или придумать стихотворение о языке. В ходе пешеходной экскурсии участники проекта посетили Петропавловский собор, памятник Кириллу и Мефодию, Ингерманский свято-климентовский пещерный монастырь, собрали видео и фотоматериалы для оформления проекта. Изучая дополнительную литературу в школьной библиотеке, в интернете, познакомились с историей создания славянской письменности. Было найдено много интересных фактов из жизни святых. Выяснены причины создания азбуки. Учащиеся подобрали также пословицы, поговорки и высказывания известных людей в языке. Ребята сравнивали буквы кириллицы и современного алфавита, создали свои эскизы букв, была проведена выставка творческих работ «Моя любимая буква». В ходе дружного обсуждения были выбраны главные человеческие качества для азбуки мира и добра. Родители активно принимали участие в изготовлении сценических костюмов. На заключительном этапе дети непосредственно занимались уже оформлением полученной информации и изготовлением азбуки, подготовкой к защите проекта. Конечный результат своей работы участники проекта продемонстрировали участникам нашего мероприятия и ученикам начальной школы. Второй проект назывался у нас «От истоков к настоящему и будущему». Цель проекта – это рассмотреть историю возникновения пионерской организации, изучить деятельность пионерии на примере нашей школы и сделать выводы о необходимости существования подобной организации в современной России. В настоящее время в школе нет пионеров и пионерской организации, но есть подобная молодая организация «Российское движение школьников».
Современные дети зачастую ничего не знают о пионерской организации. Вот поэтому мы с ребятами решили провести исследовательскую работу и создать проект, посвященный истории пионерской организации нашей школы. Ребята хотели узнать о пионерах, об истории пионерской организации нашей школы. Было решено оформить свой творческий отчет в виде мини-экспозиции «Лэббука». На этапе исследовательской работы ребята провели анкетирование среди родителей и учителей, взяли интервью у директора школы. Творческое задание было распределено по группам – подобрать фильмы, мультфильмы и песни о жизни пионеров. Прочитали рассказы о пионерах-героях, обобщили собранную информацию для оформления творческого отчета. Была проведена большая поисковая работа в школьном архиве, в ходе которой учащиеся узнали о трудовых буднях и досуге своих сверстников, оценили вклад детской производственной бригады в развитие совхоза «Качинский». Учащиеся установили сходство и различия современной организации «Российское движение школьников» и пионерской организации, организовали выставку рисунков «Пионеры глазами современных детей». Родители принимали активное участие в подготовке проекта, предоставили фотографии из семейных архивов, помогали в поиске информации и в оформлении лэббука. Итогами нашей работы стали победы в районных этапах, призовое место в городском этапе конкурса. Наши ребята активно участвуют в городских и муниципальных творческих конкурсах стихотворений, эссе, декоративно-прикладного искусства, связанных с краеведением и военно-патриотическим воспитанием. Ребята наши были призерами и победителями конкурсов «Мы наследники победы», «Севастополь – гордость флота», «Поэты и прозаики о Севастополе», «Севастополь – символ России», «Защитим Черное море», «Я помню, я горжусь», «Русский Крым и Севастополь», «Я рисую мир», «Я не помню войны», «Этот день победы» и многие другие. Мы хотим представить вашему вниманию видеоролик, созданный нашими учениками для конкурса «Дети о победе». Севастополь был в огне, детство грустно омрачилось и исчезло, как во сне. В те военные будни дети Севастополя встали на защиту своего родного города. Летом 41 года 50 севастопольских школьников ушли в партизаны. В случае официального зачисления в партизанские формирования такой большой группы юных патриотов был по своей сути единственным и уникальным во всей истории народного противостояния. Среди юных партизан был и Велор Чекмак. Война, лес, опушка, засада, ракетницы спущен курок. Друзья, отходите! Так надо, сейчас преподам я урок. Патроны, последние силы, Велор не сдается врагу. Граната, стою у могилы, фашистов собою сожгу. Судьба, что раскрытая книжка, мне подвигу место в борьбе, в которой обычный мальчишка спас многих, забыв о себе. Желание учителя открывать для детей новые горизонты порождает возможности гармоничного развития учеников. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах, планируем продолжать нашу работу для того, чтобы наши ученики любили и уважали наш город так, как любим его мы. Синий город морем обрамленный, гордый Севастополь, чудом воскрешенный. Много песен спета о тебе, мой город, знаю. Но хочу сегодня, мой любимый город, спеть о том, что ты силен и сердце молод, что с тобой всегда мечта и преданность моя. Только в городе моем бездомный
я горжусь тобой.